Метросексуал. Человек, движимый непреодолимым желанием совершать покупки в метро. Ресторатор или шеф-повар, не представляющий свою профессиональную жизнь без продуктов метро. Coming out. Как я стал метросексуалом. Просто я всегда любил есть и экономить. Бекон, томатная паста, сгущенка, сыр, да все что угодно. Для твоего дома и ресторана. Каждые выходные в метро раздают скидки. На самые интересные товары. Следи и приходи. Готовишься к открытию своего бара? Готовишь банкет в ресторане или просто пригласил кучу друзей на Новый год? В метро всегда есть готовое решение для тебя. Раз, два, три, и набор для оливье уже готов. И вино. В метро огромный выбор и сумасшедшие цены. А это значит, ты всегда сможешь удивить своих друзей эксклюзивом. Скидки на вина по странам и целые винные гиды. Следи за акциями.